Ты правда довольна своей жизнью? Я понимаю, мы в молодости не об этом мечтали, но не все мечты сбываются. Что ты знаешь о компании «Вспомнить все»? Не суйся к ним. Со своим разумом не стоит шутить. Привет, тебе чего-то не хватает? Может быть, этого? Жалеешь, что у тебя не три руки? Где салон «Вспомнить все»? Желаю удачи. Все, о чем вы мечтаете, мы превратим в память. В чем дело? Генеральная полиция! Это какая-то ошибка, я просто клиент. Господи. Я был в салоне «Вспомнить все». Что? Я всех там убил. Что бы ни случилось, мы прорвемся. Все будет хорошо. Лори, ты что, я так задохнусь? Ты с ума сошла? Лори, твою мать! Что ты делаешь? Свою работу. А наша семья? По-моему, из меня вышла образцовая жена. Тебе трудно будет в это поверить. Но то, что ты помнишь, это иллюзия. Тот человек, которым ты себя считаешь, не существует. Если я — это не я, то кто я, черт возьми? Залезай. Я тебя везде искала. Это моя жена. Ты женат? Да, но уже подаю на развод. Держи руль. Тебя на самом деле здесь нет. Ты на сеансе в салоне «Вспомнить все», подключен к аппаратуре. Он лжет! Убей ее! Это не иллюзия! Давай же, стреляй! Как он сумел активироваться? Он нужен мне живым. Просто скажи, что происходит. Постарайся вспомнить то, что ты всегда знал. Лучше пристегнись!